Всем привет! Продолжаем знакомиться с интересными людьми, скульпторами, художниками. Артур Джозеф Гаскин. Артур Джозеф Гаскин – английский иллюстратор, художник, преподаватель и дизайнер ювелирных изделий и эмали. Я зачитываю те данные, немногие, которые я нашел в интернете, немножко из переводной Википедии. Родился Луи Банк в Бирмингеме в 1862 году в семье декораторов. Вырос в Вулверхэмптоне, где посещал среднюю школу, прежде чем вернуться в Бирмингем в 1879 году. В 1883 он поступил в Бирмингемскую школу искусств. Через два года был назначен преподавателем, несмотря на то, что не закончил курс. Именно здесь, в 1888 году, он познакомился с Джорджи Гаскин, одной из своих учениц, на которой женился в 1894. Работал художником-декоратором с 1890 года, создавая гравюры на дереве для Уильяма Морриса, издания Кермскотт Пресс. Рисовал темперы в студии Саут-Холла в Эджабстоне. Гаскин попробовал себя в роли декоратора. Создавал свои произведения на дереве. Гаскин и его жена Джорджи Гаскин были членами бирмингемской группы художников-ремесленников. Как и многие члены группы, Гаскин учился в бирмингемской школе искусств у Эдварда Тейлора, а затем преподавал там. Гаскины начали производить ювелирные изделия с 1899 года под именем мистер и миссис Артур Гаскин. В 1903 году Артура назначили директором школы ювелиров и серебряников на Витория-стрит, где он оставался директором до 1924 года. Будучи членом Королевского бирмингемского общества художников, Гаскин сыграл важную роль в организации выставки «Новое движение в искусстве в обществе» в 1917 году. Это была переработанная версия постимпрессионистской выставки Роджера Фрая, которая состоялась в 1910. Умер в Коутсуолде 4 июня 1928 года. Ну вот, то немногое, что мне удалось найти о Артуре Джозефе Гаскин, английском художнике, иллюстраторе, ювелире, дизайнере ювелирных изделий и эмали. Пока-пока, до свидания.